Make yourself comfortable. Приветствую. Как открыть дверь в конце локации «Убежище бесформенных»? Где найти и откуда взять ключ? Те, кто побывал в этой локации и прошел события Гаунтлет, ну то есть полосу препятствий, по итогу сразу увидят фиолетовый лут, выглядывающий из-за стекла. Собственно, и запертая дверь будет сразу рядом. Дверь попросит ключ, что как бы намекает о необходимости его поиска. Хотя я бы не сильно удивился, если в каком-либо из подобных случаев можно было бы обойтись вовсе без ключа, ну, например, взорвав или обесточив саму дверь. Ну да ладно, к чему это я? Данная головоломка достаточно простая, и о ее решении можно догадаться еще по пути, на этапе прохождения события Гаунтлета. Итак, спойлер через 3, 2, 1. Особо рассказывать тут нечего, и еще в самом начале, выбегая на очередные мостики, вам сразу попадется на глаза вот этот дверной проем. А с учетом того, что на протяжении всего события местные ручища-манипуляторы то и дело крутят вот такие цилиндры, открывая проходы дальше по локации, ответ становится весьма очевиден. Просто дожидаемся подходящего момента и проходим до ключа. Кстати, сделать это можно как во время события, так и после него. Ручища продолжают манипулировать даже без врагов на карте. Но не времени.